Тот, кто следит за амфибиями, помнит, что в прошлом году мне страшно повезло, удалось развести Litorius splendida. Это крупная австралийская квакша, наверное, одна из самых красивых древесных лягушек. Красивых и крупных. Невероятно большая. Несмотря на свою красоту, несмотря на то, что очень многие террариумисты страстно желают ее содержать в террариумах, эту австралийскую лягушку удавалось развести пока только два раза в мире. Один раз в Америке, ну и один раз в прошлом году здесь. Я, конечно, был страшно горд, страшно доволен и самонадеянно полагал, что, ну, наверное, я теперь понимаю, как с ней работать и разведу ее снова в этом году. Но в этом году ничего не получилось. Самки слили икру, и, в общем-то, размножение не удалось. Видимо, была достаточно мягкая зимовка. Поэтому решено было сделать зимовку на улице. Вот в эту вот страшную жару, как раз сейчас у нас почти Австралия. Днем очень жарко, ночью холодно. Вот пусть они посидят в своих естественных летних условиях. Пришлось для них сделать довольно большую клетку. Ну, такое приличненькое, да? 2 на 1,5 на метр. С корягами, засыпанные дубовой листвой. Листва красного дуба. С водоемом, с укрытиями, с чем угодно. Сейчас вечер, и поэтому солнце уже не такое горячее. Я не хотел на дневное солнце высаживать. Будем высаживать на вечернее солнышко. Ну и давайте их сажать. Перчаточки, как обычно, обязательны. Я хочу в эту клетку высадить всех. И взрослых, и малышей. Но малыши прошлогодние, ну, я вам, конечно, скажу, это уже не совсем малыши. Это уже вот такие вот дети. Сажаем аккуратно. Давай. Как писал Остап Ибрагимович Бендер, миллионеру корейка, в Телеграме: грузите апельсины бочками. Вот давайте сейчас будем грузить апельсины бочками. Потрясающие лягушки, потрясающей красоты. Очень они мне нравятся. Дети, которым сейчас годик, да, им сейчас ровно год. Они еще, конечно, не доросли до размера взрослых, но самцы уже, ай-ай-ай, вот так вот, вот. Самцы уже начинают потихонечку подавать голоса. После полива самцы начинают поквакивать. Да что же такое, какие вы скользкие. Лягушки очень скользкие. Я все понимаю, подождите. Не мечитесь, не мечитесь. Не надо. Не все так легко. Они не хотят из своего родного террариума идти в какой-то непонятный садок. Я страшно надеюсь, что когда эти дети подрастут, а их, вы видите, довольно много, можно будет уже
спокойнее экспериментировать с разведением на следующий год и делать разные зимовки. Для каких-то пар более жесткие, для каких-то пар более мягкие, и подобрать оптимальные условия. Я не верю, что... Да подождите вы! Все, спрыгни. Я не верю, что не смогу подобрать стабильных условий, при которых Litoria splendida будет нормально размножаться. Вот, ну не может такого быть. Обязательно все это сделается. Так, где у меня еще? Сейчас, уж простите. Будем немножко с вами перемещаться. Вот, но пока что стабильного размножения не было. 7 лет назад американцы этих лягушек сумели развести один раз. Некоторое количество было оставлено в зоопарке. Некоторое количество они сразу же льют на меня жидкость и становятся невероятно скользкими, как кусочки мыла. Некоторое количество попало в руки к хорошим, известным любителям, заводчикам. И те приложили, насколько я знаю, массу усилий, чтобы развести. Но не удалось. Вот у меня дети от американских производителей были, выросли и размножились. Будем теперь выращивать своих собственных детей и разводить их. Так, по-моему, все. Что у нас тут? Сгрузите бочками. Litoria splendida на самом деле оказалась лягушкой очень простой в содержании. Никаких сложностей, никаких проблем. Практически все любители амфибий знают Litoria cerulea. Обычную и банальную голубую австралийскую квакшу. Так вот, по содержанию splendida примерно то же самое. Может быть, даже чуть-чуть пожарче. Теплая, достаточно сухая, страшно прожорливая и абсолютно неприхотливая лягушка. Невероятной красоты. Пойдемте выпускать. Ну, конечно, Башар пришел проверять, что здесь будет делаться. Ну-ка, ребята полезли. Только не на улицу. Давайте-ка вы все идете. Нет. По улице у меня не ходят редкие австралийские квакши. Нет. Давайте, молодцы, красавицы какие. Побежали. Солнышко уже не жаркое, вам не горячо, вам как раз то, что надо, очень комфортно. Давайте. Оп, листочки хрустят. Прыг. На самом деле, друзья, я думаю, что вот от этого видео спецы амфибийные, нормальные спецы, которые не просто вот те, как вы, кому нравятся лягушечки, а вот те, кто понимает, что
Сейчас я просто тазик литории сплендиды высадил. Уверяю, очень многие спецы мировые будут в шоке. Я сам, в общем, смеюсь. Наверное, это сейчас самая большая в мире группа этой лягушки. Так, а нам нужно теперь родителей перенести туда же. Смотрите, в дупле сидят. И одна. Да, в дупле. Раз, два, три, четыре, пять. Да. И одна сидит отдельно, со всеми рассорившись. Тихо, 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 тихо. Видите, размер лягушки. Огромная, красивая. Боже, какие же это все-таки красивые амфибии. Сейчас, но скользкие. Вот я есть удержал, посадил и закрыл. Есть. А вот этих давайте-ка мы с вами прямо так в дупле и возьмем. Пусть они в нем едут. Когда они вечером проснутся, они обнаружат себя уже в новом доме. Я понимаю, что клетка, конечно, обычная клетка, ничего особенного. Но знаете, что главное? Все-таки главное – это функционал. По своему назначению она меня абсолютно устраивает. Оп, уже выскочила. И посмотрите, какая красота. Вот разница в размере между родителями и детьми еще все-таки очень существенна. Ох, чудо! Это чудо. Ну вот, прямо счастье высадить литорию сплендиду на улицу и дать ей возможность спокойно отзимовать какое-то время, получить летнюю засуху и попробовать ее осенью снова развести. Вот. Вот так. Так что лягушкам тоже бывает необходимо находиться на улице. Какие-то другие лягушки тоже уже вынесены, рогатки уже зимуют. Тоже на улице. Вот, необходимо солнышко настоящее, необходим свежий воздух. Ну и вообще, на дачу никому не помешает съездить, правильно? Вот так. Все. Делайте дачу своим лягушкам, они вам скажут только спасибо.